Это правда? Да. И мне хочется следовать зову сердца. Может быть, мы слишком долго полагались на всякие теории. Ты ученый прежде всего. Тогда послушай меня. Раз я говорю, что любовь — это не выдумка человечества, это осязаемая величина, это сила. Это должно что-то значить. Любовь имеет значение, да. Общественная польза, социальные связи, воспитание детей. Мы любим людей, которые умерли. Какая в этом общественная польза? Никакой. Может быть, любовь — это нечто большее, что мы не в силах пока осознать. Может быть, это свидетельство чего-то, артефакт какого-то другого измерения, которое мы не в состоянии постичь. И меня тянет через всю Вселенную к человеку, которого я не видела 10 лет, и который, возможно, уже мертв. Любовь — это единственное доступное нам чувство, способное выйти за пределы времени и пространства. Может, нам стоит довериться ей, даже если мы не понимаем ее сути. Ладно, Купер. Да. Малейшая возможность снова увидеть Вольф радует меня. Но это не означает, что я не права.